поиграйтесь. Ну хорошо, но это мелко, а жмёт. Ну идите вон там на качели покачайтесь, там на тарзанке прокатитесь. Ну там есть фонтан. Ну играйте, я не хочу домой. Аминка, через полчаса солнце сядет, мама будет ругать. У меня только сейчас встреча с Артуром, он уже давно должен был прийти. Я его жду, ищу. Идите, пожалуйста, поиграйтесь еще чуть-чуть. У тебя же свидание? Понимай, как хочешь, но я хочу с ним поиграть. Мы просто давно не виделись. Ну ладно, я готова хоть до ночи поиграть. Только эта мелкая сейчас уснет. Да, я хочу спать. О, Аржан, а ты знаешь, с кем будет Артур? С кем? С Давидом. Давид, это же мой лучший друг. Я могу вообще никогда не спать. Идемте скорее их искать. Они точно придут. Я их нигде не вижу. Давайте их искать. Да. Да, что-то их нигде нету. Вот пойдем домой, я устала. Нет. Может, мы сейчас поспим и завтра будем искать? Нет, я ему обещала, что я его буду ждать. Давайте пойдем подкрепимся, а потом опять пойдем искать. Да! Алло, Артур? Вот мы зашли в торговый центр и сейчас подкрепимся и сразу вас начнем искать. А, вы в парке? Мы вас не нашли. Ага, все хорошо, давайте. У тебя все время был телефон? Почему ты ему не позвонила? Ну я же девушка, я не должна первая звонить. Ну где же они, Амина? Не знаю, я же сама ищу. Вон они! Ну и где вы это были? Ага. Да вообще еле вышли. Папа нас вообще не выпускал. Ждали, пока он уснет. Это хорошо, что вы папу убаюкали. Но торговый центр уже закрывается, а на улице уже ночь. А нам мама звонит, и мы не отвечаем, чтобы поиграть с вами. Тогда давайте быстрее. Да ладно уже, главное, что мы встретились. Пошлите на улицу, там сейчас очень круто. А мы боимся да. темноты. Да, мы боимся темноты. А ты, может, уже пойдем домой? Ну, я так и знал, что тебя брать вообще нельзя. Так, давай так. Либо ты сам домой, либо с нами. Я сам домой не пойду. Но помни, папа нас зовет. Кажется, я тоже спать хочу. Да не бойтесь, с нами ничего не страшно. И обещаем, что будет очень весело. Да ладно, домой. Тем более мы даже на фонтанах не были. Амина, я уже спать хочу. Пошли домой. Аржан, какой спать? Смотри, как здесь весело. Мы сейчас на фонтаны
Ладно. Вот это крутые фонтаны. Да. Ага. Это точно, реально крутые. Кто будет бежать по фонтану, поднимите руки. Так, Давид, ты точно бежать не будешь. И Аруська тоже. Ну что, готовы бежать? Да. Давай, 3, 2, 1. Слушай, вообще прикольно было. Да, классно. Эй, вы что, без меня побежали? Смотрите, как надо. Где Давид и Аруська? Где они? Они были тут, пока мы бегали. Так, их нужно срочно искать. Так, давай, ты туда, а я сюда пойду. Да, давай. Ты нашла? Нет. А ты? Нет. А Дия, ты их не видела? Мы не знаем, может быть, они там. Ты нашел? Вот это нам прийти. Да, это точно. Ладно, пошли искать. Теперь делать? Не знаю. Мне точно влетит от папы. При чем тут влетит? Они же такие маленькие. Им, наверное, страшно сейчас в темноте. Мы, наверное, самые худшие брат и сестра на свете. Хотя нет. Самый худший брат и сестра. Вон они, вон там сидят, смотрят на нас. Прячутся они. Привет, привет. А ну быстро выходите. Ну хорошо. Да, да, мы как раз и хотели выйти. Да. Ну вообще-то как так можно вообще? Спрятались тут и как сидят. Как вам не стыдно? Угу. Это точно. Мы тут вас ищем в темноте. Думали, вы потерялись. А вы тут сидите. А вы без спроса ушли гулять и нас с собой еще с собой взяли. И вообще-то мы уже голодные и спать хотим. Да вы хоть знаете, как мы волновались, переживали. А у вас совести нет, бессовестные. О, вы нашлись. Вы так за вас переживали. Ага, это у вас совести нет. Решили проучить старших. Мы вообще-то за вас волновались. Очень сильно. Мама с папой тоже волнуются. Ладно, все, мы поняли, что так делать нельзя. Да, мы как брат и сестра поступили безответственно. Давайте уже по домам. Угу, тем более уже поздно. Все, и родители волнуются.